А вот очистку федеральных трасс от выпавшего снега в Пензенской области усилили. Накануне днем для наведения порядка на крупных автомагистралях привлекали 101 единицу техники. Для обработки проезжей части израсходовали более тонны противогололедных материалов. В ночь на 10 февраля эти мероприятия продолжались. На дорогах дежурили 82 машины. Для борьбы с обледенением асфальтового полотна использовали еще почти 2,5 тонны реагентов.